Здравствуйте, друзья! Как спокойно на хуторе, да? Когда животные в сараях, когда идет дождик. Почти как у нашего коллеги хутор Заможье. Но сейчас всех выпустим. У нас сегодня вообще выходной день, стройки нет. Даже не знаю, чем будем заниматься сегодня. Но вы такие дни любите, правда? Пошли выпускать всех, доить. Дик, на место! Место! Да, девочки, подаемся теплыми руками. Я белку обожаю доить. У нее вот такое вымя как раз для моих рук. Большие. Димка, так может в колхоз пойдешь на полставки? На доера? Но. Только там больше сисек будет. 4? Да. Даже не представляю. Я когда сейчас вижу кровь вымя с 4 сисками, мне кажется, какая-то аномалия вообще. Такое, мне кажется, не бывает уже. Но это сложно или нет? Доить? Да. Белку мне даже нравится. А Злату надо двумя пальчиками. Златы вымя не для мужских рук. На, белка. Специальное кокосовое масло тебе. А вот Злату я могу подоить, но мне некомфортно. Ой, такие маленькие сосочки на 2 пальчика. Как ты руку помещаешь, я не знаю. Потому что надо за вымя далеко хватать, вот туда. Вот туда. Я так хватаю, все равно неудобно. Дик в вольере совсем другая собака. Просто бегает и гавкает. На воле не гавкает. Булька, иди ко мне. Иди вот. Спрашивают, почему вы сухим молоком, где вы его берете? Да, оно дорогое. Но его на 20 литров всего лишь идет вот 2 таких ковшечка. Пока свиноматки дают молоко, надо это делать, чтобы были крепкие поросята, и чтобы сами свинки не болели. Ну что, прощай, тишина, здравствуй, шум.
молотое зерно. Заливаем молоком. Вот это единственная возможность погладить нашего дикого кабана. По-другому к нему не подойти. Дикая кровь не дает гладиться. Только когда кушает. Но он ищет молоко. Поэтому пытаемся, когда даем кушать, всегда гладить. Не бойся, дикий. Дикий. Ты же должен стать домашним. Солидовал. Левый глаз голубой, правый карий у него. Зинка нас выгоняет. Зинка, не гоняй нас. Она его выгоняет, кусает. Они еще не ощущают, что он самец. Да-да-да. Они его как маленького подростка гоняют еще. Он по мискам пошел. Он уже знает, что во всех мисках есть молоко. Сильная. А Горбачев гоняет Зинку. О, видите, Зинка... Оп. Горбачев главнее Зинки. Оп. Тут своя иерархия. Пока что Солидол самый младший. Но ему суждено быть тут главарем. Солидола гоняют все. Он еще маленький детеныш. О, получил. О! В глаз ему попал, что ли? В горку дул и убежал. Она любит пообщаться, да? Спинофрызи тебя выгрызли, один позвоночник остался. Да. Кушай давай, питайся, бочи. Все, свиньи поели. Можете овечки идти гулять. Иди. Кому-кому, а овца передать категорически нельзя. Ну что, вот, вот.
что я ждал новых кушать. Ты голодный, что ли, осталось? А, бой. Одни кости у тебя бочка. Бочка. Она не ест, но всех отгоняет. Булька, неужели ты такая голодная? Собаки наши очень любят со свинками покушать, хотя у них вот такие вот пакеты с едой у нас стоят, сухого корма. Варим им еще и каши с костями. Ну, покушать со свинками сухого молочка с молотым зерном им за радость больше. Мне кажется, там уже жадность включается, что все едят, им не надо. Хотя свиньи тоже у них еду забирают, кости ходят, грызут. Дорогие друзья, наши козы через месяцок-два захотят козлу. Поэтому нам надо сейчас провести процедуры, такие как проглистогонить. Пока они не котные, это надо сделать. Пообрезать копыта. Потому что как только они у нас забеременеют, их беспокоить будет нельзя. Кстати, вопросы еще были такие. Почему козы у вас худенькие? Молочная коза, она не бывает жирная. Но они сейчас чуть-чуть толще станут после того, как козлов отняли. Станут, сейчас, когда козлов отняли, уже сейчас начнут расти, толстеть. Ну, вообще, вот здесь обязательно, когда у вас коза ямки дает много молока, быть. Должны ямки быть с кулак. Если их нету, это значит, коза у вас не очень. Ну что, белка. Вообще надо одну ножку поднять и обработать, вторую ножку поднять и обработать. Давай. Но я лучше ее завалю. Да, и уколю вначале. Я да. уже сделала это. Давай. О, какие, белка, у тебя ноги грязные. Оп. Вот красивая копыта. Раньше мы ножом обрезали и думали, что так и должно быть. Но приобрели на kslv.by такие ножнички. И очень удобно стало. Вообще легко, безопасно, быстро. Вот так должно копыто выглядеть. А такое оно у нас запущенное было. Ну, оно не запущенное, я бы не сказала, что оно запущенное. Но все равно удобства и мало было с такими копытами. Ходила, помнишь, когда мы когда-то... Когда купили? Когда-то ездили к людям, там видели коз с такими копытами, как лыжи. Ну да, да, есть люди, которые вообще никогда не обрезают. Коза ходила, она, они были как лыжи у нее. Ну... Были такие, но мы не снимали на камеру, потому что этих хозяев бы прокляли. Это точно. А Булька с мухой чипсы едят. Да, они обожают эти. Почему-то что эти у них копыта. Вкусного? А вот задние, то, конечно, Зарета стали лыжами у нее. А почему так отличается? Она на задние, получается, меньше наступает или как? Веса не знаю. Меньше. О. Да. Фу, какое.
Лыжня, да. Ну. На. Муха назалезла. Мушка, ты тоже помогаешь, да? Скажи, нельзя вставать. Лежи, белка. Все, купалась. Белка злится. Сегодня молока нам не даст, наверное. Так, все, белка, еще одно копыто. Вермек ты получила, сейчас еще одно копытко, и все. Белка, отпускать тебя. Запустили тебя, козу. Беги гуляй. Белочка. Еще укольчик дать. Дать еще укольчик. Влад, отойди сюда. Оп, не больно, правда? От глисток в профилактика. Златка, прости, ну так надо. Все, лежать. Нервничай. Белка стоит рядом, наблюдает. Ну что, у Златы хуже копыта? Ты знаешь, я думал хуже. Мы, ну почему-то, ну всегда были хуже, но в этот раз хорошие. Даже у белки хуже. Мы, наверное, ее как-то ловили еще летом, наверное, один раз, нет? Может быть. А белку нет. Жалеет ее, да, белка. Что, белка, жалеешь Злату, да? Жалеешь. Что, белка? Злата лежит, да, ты ее кусаешь. Все, готово, давай переднюю. Надо снять опалубку с нашей лестницы.
Коги лежит, а они возле него едят. Гоги, Гоги, а ты почему лежишь? Отдыхаешь, да, Гоги. Ну вот в это место будет направлена вода с крыши дома. Проверяем. Если она сейчас потекет мимо, это будет вообще не знаю что. Ну-ка, по этой ступеньке она текет. Дальше стекает. Оп. Как надо. В любом случае, там такой напор будет только когда будет ливень, приливень. А так в основном немножечко будет. Ну, ты специально делал, чтобы оно вот здесь стекало? Слышишь, ну оно же наполняет, видишь, оно параллельно дает кислород, видишь, бульки. Угу. Просто я не хотел сразу воду заводить. А я думала, ну, бок туда потечет. А оно потекло сюда, получается, да? Ну, главное, что оно не потекло на землю. Угу. У меня мечта привезти столько ряски на пруд, чтобы было просто она зеленая, как вот здесь. Чтобы у моров был праздник неделю. Карасика поймали болотного. И уже такой большой его. Это который болотный, такой золотой считается. Во, поедет в пруд нам. Так, ну идет дождь. Пошли грибов пособираем. Может, приготовим себе что-нибудь с грибочков. Булька. До этого дождя 2 недели не было дождей. Поэтому грибы, посмотрите, какие. Им не хватало влаги, было много солнца. Поэтому вот такие вот дистрофанные польские. Слышь. Не декабрь месяц, такие брать даже не интересно. Они какие-то слабо развитые, засушенные. Видно, что им что-то не хватает, да?
Мы такие в декабре будем собирать. Пошли искать нормальные. О, вот это уже молодой, вот это уже красивый. Такого и взять можно, если он не червивый. О, целенький только здесь оказался. Польский, лисичка, 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 лисичка. Сколько их много здесь. Польские все плохие, да, сегодня? Сейчас грибы, те, которые наросли 2 недели назад, нету свеженьких. А вот грибы подрешетники. Ну, не высшего класса грибы, но мы их раньше часто брали. Они такие... Как лисичка. Как лисичка, плотные. И они почему-то после варки, жарки, чернеют. Ну, они съедобные, но мы их уже берем, когда уже в лесу вообще ничего нету. Я, кажется, рыжика нашел. Вот. Точно. А мы здесь никогда рыжиков не находили. Целенький рыжик. Ага. Вкуснятина. А это не рыжик? Это что такое? Нет. Это подрешетник. Ничего себе, рыжика нашли. О, айва, айва. Мы очень любим с ней пить чай. Уже желтенькая, спелая. Чай кидаем на ее. Очень полезная штука и вкусная. Ой, какие 2 красивых подберезовичка, какие светленькие. Целенькие все, да? Молоденькие. А вот первый красничок на сегодня. Подосиновик. Вот он. Маленький, второй маленький рядом. Ой. Ты его уже подбил ногой, наверное, булька. Ой, какой маленький. Вот когда не хватает влаги, какие они. О, маслята. Слушай, мы сегодня все грибы... О, по чуть-чуть нашли червивые. Червивые. Не считается. Столько много, и все маслятки червивые. Века. О, где бабка спряталась. А вот грусть. Грусти черные. Кстати, часто вижу где-то на других каналах, собирают белые грузди. Но у нас в Брестской области в основном черные, да? Угу. Я белых... Ну, мы как-то пытались их делать, что-то у нас не получилось, да? Да, у нас не получилось.
Как-то мы вымывали, потом они какие-то стали мягкие у нас. Или может надо сейчас вот их собирать? Как мы тогда какие-то старые собирали, нет? Не знаю. Чтобы кто-нибудь показал, да? Ну да. Бабка под березовик. Целенькая. Молоденькие, да, сегодня все бабки. О, в канаве какой краснячок растет большой. Вот он. Ну, большой на целую ладошку. Я думаю, нам покушать хватит. Погуляли полчасика и хватит. Домой? Домой. Мясо, что ли, ешь? Точно мясо грызет. Ну, надо как-то приготовить найденные грибы. Пошли? Пошли что-нибудь, да, может, в казане? Давай. Пока дождя нет. Так, чистим. На улице опять начался ливень. Друзья, вы заметили, что в нашем позитивном канале, да, идет дождь, плохая погода. Даже последних два ролика какие-то были такие мрачные. На одном был скандал с печником, на другом вообще подписчиков отчитал. Сейчас будем реабилитироваться. Хотел... Очень многие приняли на себя вот это вот, то, что я сказал, не пишите, не звоните, не приезжайте. В любом случае, это все не категорично. Это в данный момент не приезжайте. Мы будем... Ну, представляете, мы в бетоне руки, идут, приехали гости, здрасте, мы тут проезжали мимо. В любом случае, когда-нибудь все, кто захочет на Черничный хутор, они приедут. В любом случае, у нас в мечтах создать, собрать, сделать встречу подписчиков. Просто сейчас нет условий, мы сами ходим в песке. А когда-нибудь мы пригласим, я думаю, даже может, если какие-то у нас такие... подписчики, которых много комментариев, которые постоянно в нашей жизни участвуют. Мы даже и билет оплатим до Черничного хутора. Вот. Потом, комментарии писать надо. Это нам очень интересно, это даже очень помогает. Просто не надо писать их в личные сообщения, потому что они нас путают. А то многие приняли, что все, говорит, я теперь больше никогда не буду спрашивать, ты где. Можете спрашивать, ты где, только в общих комментариях. Вот, с Геной, с печником, мы тоже удалили ролик. Удалили ролик, мы с ним созвонились еще раз. Мы понимаем, что в любой ссоре, конечно, виноваты оба. Мы на Гену зла не держим, Гена на нас тоже. В любом случае, он положил своих 6 рядов. Положил, ничего он не испортил, ну как бы мы не разбирали. На улице тоже он позвонил, говорит, ребята, говорит, не разбирай. Ну, я сказал в прошлом ролике, что надо, может, разобрать последнюю стену. Он говорит, не разбирай, говорит, все, говорит, там будет. Если хорошо утеплите, говорит, то задняя стенка греться не будет. То есть, ну, мы с ним так поговорили. Ну, что мы будем, врагами расставаться? В любом случае, ну, как получилось, так получилось. Если вот сразу этот печник, который сейчас там делает, то, может, мы бы его даже сейчас не оценили. Делает, да делает. А так мы видим, что он делает быстрее, чем прошлый печник. В любом случае, такие ситуации должны быть в жизни. Гена с нас денег не взял. То есть, вот за этих 6 рядов он ушел, не взял денег. Не будем, и давайте, друзья, не будем этих провокаций никаких делать, не будем ни Гену оскорблять, ни нас, ни искать виновного. Понятно, что наши хейтеры сразу же: «О, Гена, молодец, ты умница!» Ну, там восприняли радостно эту новость, те, кто нас не любит.
Ну, обломитесь. Мы с Геной нормально все решили сейчас. Да, повели оба неправильно. То того ролика бы не было, если бы Гена просто пришел и сказал: ребята, я ухожу, потому что не хочу вас подводить, извините. Мы пожали руку и ушли. А так получается, он не так повел разговор. Мы следом не так. Он поехал домой, снял ролик о нас плохой. Мы о нем. И получилось, ну так вот, ну нашла коса на камень, ну с кем не бывает. Да, мы ж тоже люди, мы не святые. Так что давайте выпустим эту осеннюю ходру. Все нормально, жизнь налаживается. Понятно, что сейчас будет в 4 часа темнеть, настроение у всех депрессия. Но постараемся не унывать. Договорились? Все, кто хочет на Черничитый хутор, они когда-нибудь пропадут. Ну, когда не будет короны, когда у нас здесь все будет достроено. Мы сами любим общаться с подписчиками. Вы сами видите, что ни на других каналах такого нету, что блогеры общались с подписчиками. Нам самим это интересно. Вот. Но не в данный момент и не без звонка. Сейчас колпак кольчатый отдельно. И с этих приболтухов что-то... Просто их замаринуем, будем кушать. А с остальных грибов вообще что-нибудь в казане приготовим. Пока даже не знаем, что. Ну, пошел дождик сильнее, поэтому подождем, как остановится. Так что-нибудь будем делать, да? Сделаем что-нибудь. Ты взял одного этого решетника? Да. А чего? Не знаю. Ну, давай, пускай будет для интереса. Мы знаем точно, что не отравимся. Столько грибов только что перебрал. Ну вот этот самый пахучий. Рыжик обалденный. Надо ехать за рыжиками. Рыжики над нас растут 20 км. Надо, наверное, вот сейчас после этих дождей, через недельку съездить за ними. Ах, хочу рыжиков вообще. Это замаринуем. А это сейчас в казане приготовим.
знаете, друзья, вот когда мы в своих видео говорим планы на будущее, они никогда не сбываются. Когда молчишь, всегда все получается. Только озвучишь. То есть мы сказали, успеем две печки и крышу до зимы, в итоге мы не успеваем. Мы даже просто озвучили план на выходные, сказали, что здесь выложим столбики, в итоге целые выходные идет дождь. Мы сказали в прошлом видео, что все наши индюки когда-нибудь все равно уйдут на радугу, но вот этот последний кривулька уйдет последним. Он не хочет есть сегодня. Все, все кушают, кроме него. То есть даже озвучишь план насчет животного, и то заболело. То есть я не знаю, что с ним делать сейчас. Птицу особо ты не вылечишь, она же не знает, ты не скажешь, она не скажет, что с ним. Просто трясется и не хочет кушать ничего. Все, даже не спрашивайте, что здесь будет, когда здесь будет. Я больше никогда не озвучу свои планы. Все. Даже сказал, вот до одного из 30 индюков сказал, будет жив, именно он заболел. Вот именно он, с кривым пальцем. Иди сюда. Желудок полный. Может, у него закисло это? Да, это скорее. Ну, то есть у него не работает желудок, стал желудок, зоб полный. Значит, он пьяный. Давай его заскроем в сарае, дадим ему антибиотика попить. Открыл второй глаз? Да. Где ты находишься, а? Забродило зерно, значит. Угу. Пошли. Пить будешь? Давай быстро. Я и сказал тебе. Давай витамин с антибиотиком пей. Быстро. Напился как алкаш, еще и глаз прикрыл. Типа пьяный. Так вот пей. Ну что, готовим жаркое. Наши ингредиенты. Картошечка, мяско, грибы с луком. Немножечко свиного жира. Запах идут. Итак, мяско. Ребрышки баранины побелели на глазах. Посолим. А возле казана сейчас тепленько. Как возле печки, да. И осенняя погода ни по чем. Наоборот, в жару бы сейчас возле костра не сидела. Так сейчас приятно.
Довели ребрышки до 100% готовности. Давай достаем их. Ждите своего, среди товарищи ребрышки. А сейчас надо довести до готовности еще картошку отдельно. Я надеюсь, наш криволапый вылечится. Завтра посмотрим. И мяско, и картошку жарим на большом огне, чтобы оно не тушилось, а так подпекалось с корочкой. Все, картошка готова, достаем ее. Теперь грибочки. Они уже у нас предварительно отваренные. Здесь и краснюк, и рыжик, и польский. Все-все грибы. Тут всего лишь один рыжик, но как его, он сразу выделяется. Вот он, его ножка рыжика. Боровика мы с красняком здесь не найдем. Польский смешался. А вот подрешетник. Вот подрешетник. Тоже один, да? Да, вот такой стал. Они темнеют. Угу. Не могу дождаться полное блюдо. Идемте отсюда еще. Мушка. Найдя. Димке. Рыбочки, огонь получились. Ну что, добавим лук. Тоже приправим. Листичкой по специям готово. А вот теперь можно все объединять.
красиво, достаточно и мяса, и грибов. Закрываем, пускай еще вместе минут 10 потомится на маленьком огне. Закрываем. Ой, красиво. Осталось 5 минут до того, как мы ее снимем. Закинем зелень тут, укропчик, всякие травы такие с огорода нашего лесного. А теперь вечернее кормление. Пожалуйста, на льду. Булька. Булька со льду гоняет, да? На всех гоняет. Ну, маленьких не гоняет, видишь? О, шкварчит еще. Дымок идет. Извините за то, что у вас потекли слюнки. Не всегда же только плов готовить. Надо и свое среднеевропейское готовить иногда. Обалденно получилось. Все, друзья. Желаем вам в эти осенние, скучные, грустные, пасмурные дни не хандрить. Все будет нормально, солнце еще выглянет. И будет опять у нас удовольствие и счастье. Все, всех обнимаем, до свидания. Пока-пока.